вперед. Move on. Двигаемся вперед. Yeah. Okay, let me just find the next set of things that I want to cover. Okay. Okay, just this still. Concerning the ministry and the word prophet that is used in scripture. Давайте остановимся на местах Писания, где есть пророческое служение. Мы обратились к еврейскому значению этого слова. But as we see it in the renewed covenant scripture, но в Новом Завете есть греческое слово, которое используется для пророка. Это, в принципе, два слова. Первое — «про», что означает «говорить до», «перед». И вторая часть слова «феми», что означает «я говорю». So in that sense, we get only the meaning of, in the Greek, we only get the meaning of someone who speaks before something is going to happen. И в этом плане нам раскрывается греческое значение слова «пророк», что означает «я говорю перед тем, как это произошло, произойдет». Okay. So we need to, yeah, just to finish this off, dear, we need to understand that there is the fourth teller, one who proclaims God's truth. Мы должны понять, что есть глашатай, тот, кто провозглашает. And the foreteller, one who predicts the future. И тот, кто предсказывает. То есть два пути, по которому работает пророчество. Both of these aspects are contained in the prophetic ministry. Обе эти составляющие в совокупности служат в пророческом служении. Okay. Now we're going to look at the nature of the gift of prophecy. И мы с вами рассмотрим природу дара пророчества. In 1 Corinthians 14. В 1 Коринфянам 14 глава. 1 Corinthians 14 and verse 1. Первый стих. 1 Коринфянам 14 глава. Первый стих. However, keep on eagerly seeking the things of the Spirit, and especially seek to be able to prophesy. Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Okay, there's a sense in which we really need to desire to be able to function in the in prophecy. Это то, чего мы на самом деле должны желать, чтобы нормально функционировать в пророчестве, желать даров и в частности пророчества. And as we said earlier, then you go on into verses 3 and 4 where he talks about what that will achieve. И дальше он говорит в третьем и четвертом стихах, как этого достичь. Reach, yeah. Okay, in verses 3 and 4 it says, but someone prophesying, speaking to people, edifying, encouraging and comforting them. A person speaking in tongue does edify himself, but a person prophesying edifies the congregation. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Okay. Although we should be careful not to take this as Paul's definition of prophecy or the gift of prophecy. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не понять неправильно, как Павел объясняет дар пророчества. It does give us a clear insight into his understanding of the basic nature of the gift. Но он дает явное, четкое представление основы
природы этого дара. So we should see the gift of prophecy functioning in the church today. Мы должны видеть дар пророчества, который работает в церкви сегодня. And it should be one which encourages and helps the people to press forward in their relationship with Yeshua. И он должен помогать нам, увещевать нас и помогать строить взаимоотношения, этот дар. Okay. As we saw, in one place it says that we need to be growing in our faith. В некоторых местах Писания мы можем увидеть, что нам надо возрастать в вере. In 1 Corinthians 12, verse 4, Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4. 12 глава, 4, 5 стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же.